Безопасное поведение на водоемах должно соблюдаться неукоснительно. Это гарант отличного отдыха без происшествий. Как известно, возникновение чрезвычайной ситуации легче предупредить. Главное – следовать советам специалистов. Несмотря на «будьте осторожны», некоторые граждане игнорируют все правила безопасности. Вот и Баранчик Александр, опытный рыбак с многолетним стажем, сегодня в поле зрения спасателей. На воде без жилета. От берега метров 50. За нарушение правил безопасности мужчину привлекли к административной ответственности. А это штраф в сумме 0,5 базовой величины. Очень плохо. А почему ты не пренебрегаешь правилам? Потому что я надеюсь на свою лодку, что она у меня уже не первый год. Надеяться – это одно. А второе, она у вас поклеена полностью со всех сторон. И уже надеяться на нее нельзя. Ни для кого не секрет, что, отправляясь на рыбалку, далеко не все проверят свои лодки на наличие спасательных средств. Так рыбаки экономят место в судах, чтобы взять дополнительно снастей и удочек. Вот только они не думают, что в случае опасности им не помогут ни удилища, ни катушки. А спасательный жилет, по крайней мере, не даст утонуть. Самое частое нарушение, которое встречается, это отсутствие спасательного жилета. Вот. И, как показал случай, который произошел 16 числа, вот, люди в нетрезвом состоянии умудрились перевернуться на надувной лодке. Вот. Благо, что судно конструктивно не потеряло своих плавучих способностей, и они смогли продержаться 20 минут на воде, а потом в течение 20 минут подошла спасательная команда, в частности, осводовцы наши, вот, и благополучно их доставили к берегу. Сотрудники ГИМС и работники Солигорской спасательной станции напоминают гражданам о том, что, отправляясь по воде, не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности. Ведь рыбалка – это не только хороший улов, но и отдых. А отдыхать всегда гораздо комфортнее, чувствуя себя защищенным.